Друзья, я нахожусь на улице Тверская, рядом с домом номер 9, бывшей улицы Горького, и пытаюсь понять, где же жил герой фильма Юрий Григорьевич Самохвалов. Из какого подъезда он выходил? Подъезд номер 1 вроде бы не похоже. Сейчас подойдем к другому подъезду, к тому, что ближе к центральному телеграфу. Посмотрим, похож ли тот подъезд на подъезд, который мы видели в фильме. На доме много табличек. Здесь жили известные люди в свое время. И дом находится рядом центральным телеграфом. Сейчас подойдем к другому подъезду и посмотрим, что там. Если верить интернету, то Юрий Григорьевич Самохвалов жил именно в этом доме и выходил из одного из подъездов. Первый подъезд вроде бы не очень похож. Сейчас посмотрим, как выглядит второй подъезд. Улица Тверская, бывшая улица Горького, шумная, с активным движением. Ничего здесь не изменилось с тех пор. Екатерина Алексеевна Курцева жила в этом доме, как мы видим. Также пятый подъезд совсем не похож. Совсем не похож. Сейчас пройдем дальше, посмотрим. Следующему подъезду. Олег Николаевич Ефремов также жил здесь. Тверская 9. С 83 по 2000 год. А где подъезд? Значит, в том первом подъезде, что ли? Что-то, по-моему, не очень похоже. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Похоже или нет? Они выходили, по-моему, однозначно на улицу Горького. Я думаю, может быть, со стороны двора, но нет. Они выходили на улицу Горького. Значит, в каком-то из подъездов, которые я вам показала. Пишите в комментариях, что вы думаете. Всем пока. Впереди у нас еще экскурсия на Большую Никитскую, дом 43, бывшую улицу Герцена. Посмотрим, что там.